Всем привет! Это вторая серия Терминатора. На данном этапе установили приборную панель, подключили все возможные провода. Сегодня будем пробовать подать питание на стартер. Купили новый аккумулятор. Эдкон 95 ампер, 800 ампер пусковый ток. И будем заниматься дальше электрикой. Пробуем попытка номер два, подключение стартера напрямую. Так я так и делаю. И тут идет чисто провод кидается на релюху управления, а уже плюс берется от аккумулятора напрямую. Надеваем плюсовую клемму на плюс и пробуем минус. На данном этапе важно попробовать просто запустить двигатель, прежде чем все собирать и понять, что за время простоя пришло в неисправность и требует дополнительного обслуживания. Макс, ты накинул минус? Да. Как и был. Накидывай. О. А что мы сделали? Накидываем, заводим. Ну, он не заведется, солярки нет, ну черкани. Стой, это, сцепление. Ну, телефон хотя бы, да. То, типа, а если заведется? Поедем. А там солярка. Выключим. Работает. Вот это плюс идет, маленький проводок. Он размыкается релюхой. Вот он. Идет отсюда. Размыкается через релюху и идет на втягивающий. Это плюс, да? Да, это плюс. Угу. Плюс, когда на втягивающий подается, втягивающий втягивается и замыкает эти два больших контакта. И тогда толстых уже там. Плюс ебашит на сам двигло. А что оно не работает? Оно не работает. Это ты, получается, обошел сейчас релюху? Да, релюху. А я обошел и напрямую. Напрямую без релюхи. Но сделал релюхи. Что, может, нет, провод оборван? Тут ничего нету. Тут на релюху приходит только два плюса. Плюс этот управление, но вот этот минус, наверное, будет. Одна голова хорошо, а четыре лучше. Так, особенно, когда стартер бензин скрутится. Можно соляру заливать будет. А есть соляра. Ты хочешь завести сразу, а потом уже смотреть? А что тут провода дальше эти? Надо чуть-чуть отогнать, бляха, на задницу нам мешает, ну, на заднюю проводку. Нет вообще минуса. Вот здесь какой-то, блядь, был. Смотри, здесь тут минус был, о, прикручен. Нихуя. Приколхожен. Похож. Ну, он оторван был. Ну, оторван, а что за он? Что, зажигание можно включать, нет? А что такая релюха срабатывает? Там под капотом что-то щелкнул, да? Ну, накидывай плюс. Накинул. На клемму? Да. Накинул. Не, наверное, вот здесь не. Свечи накалывают. Свечи накала? Да. Свечи накалывают. А ну пощелкай вообще. Лампочка будет где-то свечи накалывать? Нет. Не. И там тоже где-то нюха щелкает. Он походу завязывался, свечу накалывал. Все, и стартер сразу. Что ты включаешь, он... Сцепление уже. Так, что мне накидывать что-нибудь плюс? Не надо? Подожди. Ну давай. Вот, видишь, щелчок. Не хочет. Подожди, изначально что мы сделали, что он закрутился? Еще раз. Расскажите нам. Так, плюс на втягивающее дали и все. Держишь? Плюс дали на втягивающее тупо. Да, да. Обошли релюху. Да. Напрямую дали. Напрямую дали, да. Без релюхи, без ничего, плюс. Да. А есть этот? Так. Лампочки. Да. Обычно. Нашли контрольку. Ищем плюс.
Нету. Нет, так что нету, ключом надо. А, ты хочешь не за эту саду? Зажигание. Стой. Есть. Есть. Давай. Горит. Подожди. Ну все, вырубай. Открываем релюшку. Ничего нет? Хорошо. И ключом будешь сейчас заводить. Ну, крути там. Все, круть. Пошло. Еще раз попробуем. Надо еще раз. Подожди. Хорошо. И на свечи надо посмотреть или идет этот. Ну на свечи у нас это загорается здесь свеча. Ну, или доходит до самих свечей. А ну еще стартером раз. Не горит лампа. Да? Давай еще. Все. Стоп. Ну, получается нету на нем плюса. Ну накинь на плюс, на минус, что он будет. Сначала на плюс, это что? На минус. На кидай плюс. Пофигу. На что-нибудь. На плюс. Есть. На плюс кинул, да? Да? Есть. А, так и там на плюс, по сути. На что там? Вот тут на плюс. Ну. Ну, сейчас плюс получается, на нем есть. Плюс есть. Ты накинул. На плюс. Ты сейчас на плюс накинул? Да, это значит. Значит, тут минус. Минус. Это. Ну. Как ты говорил? А откуда минус берется, блядь? Через что он замкнулся там? Если тут везде плюс только приходит. Как это? Он и был какой-то заизолированный, может он нахуй. Он обрезанный такой, да. Был. Может, он даже не заизолированный он был. Даже он так, такое ощущение, обрезан. Что он или обрезанный, или. Или оборванный. Да, он как с этого выходил, где тут был прикручен, который. Вот здесь был. Это имеешь в виду с клемки этой? С клемки, но похож больше. Подожди, давай тогда еще. Ну минус, получается, это минус. Это минус получается. Два минуса. Сейчас получается он в замкнутом положении. Это масса. Масса, масса, масса. На плюс накинь. Горит, да? Угу. И давай пробуй стартануть. Все. Еще раз. Все. Это получается минус. Когда начинает заводиться, он отрубает. О, ну да, вырубается. Вырубается. Значит, что нам нужен минус где? Когда перед зажиганием на свече накала это есть? Ну, есть. Он только для этого, потому что свечи накала отрубить. Но они, да. Релюхой отрубаются. Они нагрелись, он не. Но это когда они нагрели? Но если не нагрелись, когда ты заводишь, чтобы, да. Их отрубать. Да. Потому что. Летом условно. Ну да. Так что вот это минус постоянно. Да. Короче, это, наверное, на корпус. Вот это на корпус, да. Я сейчас его здесь буду делать. Ну, нормально, такой провод на корпус его взять. Обычный проводок. Гори. Все работает. Угу. Все, значит, свечи рабочие. Свечи рабочие. Зачем этот, не знаю. Пока короче, я... этот изолируем. Да, этот изолируем. Делаю сюда к корпусу, как было сейчас. Корпус, хорошо. Да. Да, только надо провод нормально. Восстанавливаем проводку, фиксируем провод минуса на блоке двигателя. С помощью лампы контрольки продиагностировали, откуда идут провода. Самое главное сейчас запустить двигатель. Ну и так, мы вроде бы разобрались с реле стартера, с этими проводочками. Накинули клемму на аккумулятор, уже такие стандартные. Выжимаем сцепление и пробуем завести. Все работает. Сечет. Огонь. Как по заводу. Все.
реле мы установили сюда, в эту нишу. Теперь настало время для замены воздушного фильтра. Вот у нас слева старый фильтр, это новый фильтр. При установке оказалось, что отверстие на новом фильтре недостаточного диаметра. Но ничего, мы его расширим. Их и не было, я его под заказ заказывал, не знаю. Как меняем сделать топливный фильтр. Даже и солярка не пахнет почти с курем. Его бы тоже поменять, чтобы уже тут не было никаких завоздушек, развоздушек также. Угу. Такой, о! Рвется. Мы правильно сделали, что залезли сюда. Искать откуда? Вопросов не было, что сечет, сопит, пердит, не закачивает, булькотит. Капает. Капает. Так уже сделали и забыли. Меняем старые трубки. Со временем они пришли в негодность. Топливные магистрали. Нормально делается. Кусочек. Хомуты. До салта, блядь. Не, у Мерседеса по-другому. The best or nothing. Да? Ну, типа лучшее или ничего. Вырезаем вакуумные трубки, чтобы посадочное место лучше было. И хомутик надо. Лента так на видео моргает. Смотри. Ну. Вообще не моргает. Ну вот что мы сделали за сегодня. Это установили панель. Разобрались с реле стартера. Теперь, если накинуть клеммы, то с ключа стартер начинает крутить. Поменяли промежуточный топливный фильтр, шланги к нему. Заменили воздушный фильтр. В принципе, автомобиль готов к тому, чтобы заправить в бак дизель и пробовать его заводить, смотреть, что будет дальше. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующей серии. Первые попытки завести терминатора. На этом все. Всем пока.